заявление певицы подтвердил и сам музыкант. «Появление Ани Лорак в шоу «Я вижу твой голос», в котором участвует Сергей Лазарев, вновь спровоцировало слухи о романе звезд. Чтобы развеять очередные предположения, певица решила сделать официальное заявление порталу Starhit о том, что ее и шоумена связывают только дружба и сотрудничество. «Никакой любовной искры, мы просто хорошо смотримся вместе. Между нами присутствует только творческая искра. Мне кажется, люди всегда готовы что-нибудь пофантазировать, и я не буду им в этом отказывать», — заявила селебрити. Аня отметила, что с валом слухов бороться не в силах, но не могла не ответить на них. Ранее Лазарев выложил в Инстаграм фото с Лорак из Нью-Йорка, которым также подтвердил, что никакого романа нет, а есть крепкая дружба.